Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Димон Channel, я Димон, а это мой channel. Мы поиграем в новую игру для меня, не знаю, как для вас, и это контрабанду будем, короче, искать. Котика. По-русски говорят или нет? Будем, короче, походу контрабанду искать. Это вудка грудок. Нет, сука, не по-русски. Это не обшивать, колись, то неделька. Водка, балалайка, медведка. Товарищ комиссар, валишь, то это вас окаток. Так, голова поворачивается. Ну, почти, почти, но я так не могу. Сейчас пробую, блядь, но не хватает градусов повернуть. Да, вот, будем начинать ловить контрабанду. Перед тем, как мы это будем все начинать, как начнем, не забывайте подписываться, ставить лайки и комментировать. Да, это будет вообще великолепно, нафиг. Ах ты, сука, музыка. Ладно, если что, я думаю, за эту музыку не забанят. А, наверное, надо бы в настройках звук радио убрать, потому что я хз. Так как у меня нет уж ни монетизации, ни хуяцы, в принципе, мне насрать нахер. Ну, все равно. Давайте, как говорится, не будем нарушать авторские права. Все, пизду их. Так, на что выйти? На F, да? А, Е. Так, ну-ка, для Ваномаса это, если что. Как тебе Ваномас, блядь? Растительность. Шолик. Привет! Комендант Репнин, начальник гаража. Давай, ну что, попиздим, блядь? Усики, блядь, пропуск трусики. Ну и? Так, припаркуйтесь, не произойдет ни машина. Видимо, не надо с ним пиздеть, понял, все. Иди в жопу туда. Открыть как-нибудь ворота. Ладно, а то еще расстреляют. Приветствую, товарищ, мы вас ждали. Естественно, нахуй. А нахера мне к мусорке идти? А, я Андреев. А, он Андреев. Так, раскрыто сотрудничество с террористами. Пиздаем, короче. Террористам. Как-то он здесь сильно медленно бегает. Дай я, блядь, хоть это открою. А чё не открывается, ёптать? А, все, моя машина уехала. Ладно, хер с ним, не буду по ничего открывать. Это я уже сразу только приехал, сразу работать без там знакомства с персоналом, еще кем-либо, да? Так. Теперь откройте информационное досье и взгляните. В ней содержится правила проведения досмотра и предоставляет права на въезд. Также описание страны типа автомобиля. Так, и что я здесь вижу? Пограничный контроль, должностная инструкция. Ой, блядь, читать, ознакомиться. Так, проверка в документах. Имя, фамилия. А схуяли? Вот так вот. Так, проверка документов. Имя, фамилия, срок действия, номер паспорта, печать, типовой бланк. Это столько надо хера проверять. Тип автомобиля, вес автомобиля, фото, регистрация. Ой, блядь. Ладно, я думаю, это самое. Не должна ли она, сука, быть сильно сложной. Все, погнали, давай работать. А чё я нахуй А, подожди, это пролог? Ладно, в прологе мне не дают пользоваться, блядь, этим. А, Е. Хуй. Е. Угу. Что, все, я в прологе, блядь, могу только делать ничего и все? Ага, все. Да, здесь за меня все подсказывают, тут надо идти сюда. Стой, товарищ! Так, давайте, вес, по-любому надо вес. Если игра интересна, в принципе, можно будет купить. Надо купить, кстати, ну, у меня пролог. 1230. Купить этот... Ну, у меня демо-версия, симулятор заправки, купите полную. Слышь ты, курва, курва, блядь, права, курва. Блядь,
И что теперь? Так, что у нас здесь есть? А где мне паспорт смотреть, блядь? Как мне теперь паспорт смотреть? А, вот сравнивать. Паспорт автомобиля... Бля, как он громко говорит! Прям как я, наверное. Так, паспорт автомобиля, АДС. И так, и чё, и где, как мне, что... А, Борис Сашхаров. Борус. А где... А, подожди. А, вот он. Сахаров, так. Максимальный вес машины тонна 700. Но он, да, не нарушил. Тип машины Завет. Так. Всё. Жмёшь. Всё, тебе не надо. Короче, его, блядь, это самое, на глаз самому проверять. Понял, нормально. Так. Ошибка в документах — единственная причина для отказа во въезде. Ну ладно, хорошо. Всё, нет ошибки? А, есть ошибка? Ну, хуй с ним, откажу. Так, а досмотрим. И что? И что я нахуй здесь увижу? Так, проверка документов, имя, фамилия. А, все, да? А это что? Нет бамперов. Не, ну если здесь все так и нету бампера, я ж... Как мне его не пропустить? Нахуй. Ха-ха, двери хлопаются нормально. Проезжай, пиздюк. Так, досмотр завершен, на этом все. А, въезд разрешить. Отлично! Руки, блядь, сука, держи на капоте, блядь. Сиди в машине, держи руки на капоте. Так, следующий. Пиздуй, это очень легко, блядь. Важно работа! Охереть, за каждую машину $100? Давай быстрее. Блядь, быстрее открывайся, сука. Ну, быстрее! А, подожди, а если... Так, пригласи следующий... А, вот. А если получается у меня, ну, я пропустил неверного или отказал, мне деньги забирают, блядь. Ну слушай, это такое себе. 160 килограмм. Всем за грубники мадро валидно карту шаядительства. Служный шаядитель от браху нажик. Так, блядь, ничего, без протокола осмотра и досмотра, иди в пизду. Курва, блядь, давай сюда. Получаю от документы. Давай. Давай, пощупать их обязательно надо. А, так. Так, Варлик. Варлик. Ятсуев. Ох ты. А, сука. У него и веса больше вроде бы. У него 660. И Ятсуев, а здесь... Яхсуев. Вы это видели? Слушай, ну... А чё-то досмотрю. Спущены шины, разбиты окна, разбиты фары, нет зеркал, нет бамперов, документы кузова. Так, неисправна лампочка. Блядь. Ну я ж не могу отказать ему, на. Ну, шина спущена, ладно, хер с ним. А это что? Понял, ну-ка. Сейчас его осмотрим. Ну, шина не спущена. Вес вот. Вес сколько, подожди. 660 килограмм, еще раз. 660 килограмм. Так, закройте свое говно, сэр. Стекло разбито заднее, да, разбито. Так, разбито лобовое. Блять, на что нажать, чтобы оно было разбито? Так, ну, у него вес превышен. Превышен вес, понимаешь? У него вес превышен, я ему въезд запрещаю. Да мало, да мало. Слышь, ты курва, блядь. Давайте мне еще $100, я злостного нарушителя нашел. Разворачивайся, я слежу за тобой. Я слежу, сука, за тобой. Не смей, блядь, хуйни творить. Вот, видите, а у него... Отметить хотя бы одну ошибку в отчете, досмотрят перед тем, как развернуть. А, понял, все, хуй с ним, ладно. Деньги, где мои? Не украли деньги? Так, сразу массу. 1480. Отойдите. Сейчас, подожди, дай я смотрю.
Бампера переднего нету. Фары в порядке, шина спущена. Так, пусто, нечего взять, пусто. Так, сейчас зеркало есть второе, да. Короче, нету переднего бампера, спущена шина. Ну, можно облить и это самое. Сколько еще раз? 1480. Так, сэр. Че ты так смотришь? Пропущаю от документы. Давай, товарищ. Где? Где, блядь? Костя в лицо сует. Так, захлопнись. Так. 1480. Ну, во-первых, смотрим. Антон Пономарев. Антон Пономарев, да. Так, верно. Максимальный вес 2 тонны. А там хуйня, да? Так, здесь проходишь. Дальше. Регистрационный номер. А это как с ним? Как его смотреть? Номер паспорта, блядь. Хусим. Ха-ха, сойдешь. Блядь, не на то жму сюда. Подожди-ка. Где... где номер у тебя, блядь? Так, давай проверяем. Ах, так. Паспорт автомобиля. FXB7461WN. FXB7461WN. Все верно. С номером все верно. Слушай, а где же еще ВИН-код, наверное, надо? Так. Регистрацию. А, все это есть. Антон Поляков, правильно, это правильно. Тип машины. Блять, как это узнать, тип машины? Ну-ка, а что туда смотрим? Так, тип автомобиля. Так, проверяйте бланк. А, это типовой бланк. Вот, проверяйте бланк, если документы за исключением размещены на въезд с каждой стороны. Так, хуйся. Убедитесь, что марка автомобиля соответствует описанию должностной инструкции. Хуйся. У тебя правильно, ну, фиш в чем, я тебя пропускаю, но у тебя нету бампера, у тебя спущена шина. Так, спущена шина. Есть. Нет бамперов. Ну, нету бампера. А как они так не... А, это вообще, это все, это точки, это вообще никак не влияет. Это въезд разрешен. Фиксая. А что, почистка? До свидания. Счастливой дороги, накачайте колеса. Так. Не там. Ай-яй-яй. Это нового братца. Чего? Ну, результаты досмотра, а что не так? Тип автомобиля? Так, спущена шина одна, разбито окно, ну так, нет бамперов один, дефекты кузова, блядь, вот это я досмотрщик, ну надо было хотя бы обучение провести. Так. Так, Антон Пономарев из Акарист, хуй с ним, получил разрешение на въезд, несмотря на ошибки в документах. Ладно, хер с тобой. Следующий, ну я сейчас буду зол, нахер. Ну я сейчас буду зол, блядь. Так, чего ты еще не здесь, блядь? Ты уже должен быть на весах. 660 ты уже не прошел, нахуй. Так, а спойлер. Так, разбито окно. Так. А где дефекты по кузову? Так, VNG6597AG. ВН, ну, Джей, да, 6597, ага, да, даже ВН, Джей. Разные ли у тебя номера? Пока нет, давай сюда. Ну, а чё так смотришь? От документы. Давай, курва. Так, минус $100, это уже ебняк. А, масса по допуску проходишь. Так, Маржа Тамамур. Опачки, пизда тебе. Уже все пиздец. Так, это все сходно. Ну, слушай, мне здесь уже достаточно тебе отказать, понимаешь, чел?
Так, где номер паспорта? Так, так, так. Ну слушай, ну здесь уже не подходит. Все, пизда тебе, чел. Но все равно я укажу разбито стекло. Разбито стекло. Шина не спущена. Ну, если ржавчина это дефекты по кузову, то... Так, имя и фамилия. Так, проверка документу. Что значит? Сука, понял. Разбиты окна одно, нет зеркал. Кстати, насчет зеркал, подожди, хуй с ним. Я запрещен нахер, достаточно этого. Это мне слова не хватает. Значит, о, блядь, нахуй документ оформляй правильно. Ну, давайте мне деньги. Где мои деньги? Мне дадут денег? Да, я сделал правильный выбор. Точнее, ну, вывод правильный. Я же профессионал, я все-таки на таможне работаю. О, Нива! Шнива, Нива. Блять, ну покрашено херово очень. То на 290, по-любому по весу все проходит. Тем более у него, видишь, перевеса нету, так как все пусто. Я могу вот так сюда? Садись. Прощаю от документы. Давайте проверим. Проверим документы. Так. То на 290. Так, 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 так. Катрас тонисте. Отлично. Здесь. Так, соответствует. Паспорт. Пизда тебе, Тонистас. Пизда тебе уже все достаточно. Достаточно оснований, чтобы тебя не пропустить и получить деньги. А еще... Блядь, что так темно стало? Что, время суток меняется, что ли? Еще надо сверить этот... YYQ 5811YP. Ну, ладно, давай посмотрим. У тебя нет поворотника. Разбито стекло. Ебать копать. Так, это спущено стекло, все есть. Все, ну я тебе имею право отказать, пиздюк. Так. Ой-ой-ой, я забыл, что там. Сейчас. Так. Разбито окно. А где нет поворотника? Нет фары. Блять, ну фары это же не поворотник. Так, так. Еще неисправную лампочку в кабине. У него номер паспорта, да, вроде бы это самое не соответствовал, да. Спущены шины нет, разбиты фары нет. Нет зеркала, хуй с ним, не обратил внимания. Нет бампера, дефекты по кузову. Короче, разбита фара, пускай будет вот эта фара, этот поворотник, или, ну или что там было. Да мало, да мало. Все, едь отсюда быстрее. Где еще? Есть еще кто? О, привет, а ты здесь давно наблюдаешь? Что ты здесь видел? Ты что-то видел? Правильно, молчи, как рыба в лёд. Так, давайте мне плюс $100. Борису! Да! А чё 80? Результат досмотра, посмотрим. Срок действия. Так. Еще срок действия не проверил. Ну, видишь, она мне, ну, одно основание хватает, бля, в принципе, чтобы... А спущены шины, разбита фара. Блять, твою квартиру отдохните. Вот, да, я ей говорю, что, блядь, это самое... А где квартира? Нихера себе, это все условия. Сраный старый вагончик. Ну, есть электричество, которое, блядь, тебе, если что, будет мешать спать. Если ты хочешь при включенном телевизоре, конечно же, поспать. Так, что я сделал? Так, сколько я заработал? Корректная проверка 3. Некорректная проверка, некорректная 2. Обслуживание КПП. А, чё? Какое нахуй обслуживание КПП? А ни о чем, блядь, вообще. Какое обслуживание КПП? Да пиздуй их нахер.
смысле обслуживания, вот реально, вот сейчас вот, блядь, кстати, если не, ну, надо по-любому лайк поставить и подписаться, потому что что-то хуйня какая-то. Где, блядь, как обслуживать КПП? О, пятница, завтра, суббота, выходные. Так, подозреваемый. Тип машины, завет. Цвет машины, желтый. Место так. Вот. Короче, желтый завет и елик. Сейчас регистрационный номер 9520. Похуй, погнали. Вот это. Ну-ка, ну-ка, сука, кому-то еще пизда будет. Проезжайте, проезжайте. Так, 9520. Ага! Желтый завет, да. Блять, да пускай не пиздит на всю эту громкость. 1230. Ой, блядь, думал, Куприна сидит. Правильно. Правильно. Для начала мы там надо инструмент. Возьмите нож со стола. И что ему с этим ножом сделать? Разрезьте ножом обшивку сидений. А его я могу разрезать? Ой, все, да, сиди, извиняй, сорян. Опачки, а это что такое? Вы только что поймали контрабандиста за руку. Осмотрите остальные части машины на предмет контрабанды и арестуйте преступника. А я себе его зарежу. Ничего. Я ж могу вот эту тоже хуйню ебашить, да? Так. Машина для контрабанды. Это значит, я могу с ней делать все что угодно. Ебать, копать! Ему здесь хватит на всю жизнь сесть. Так. Опачки. Бля, чел. Да тебе здесь на всю жизнь хватит сидеть. Блять, закройся. Так, здесь что у нас есть? Перережем провода. Так, ну тебя надо арестовать, пиздюк. Так, а как залезть сюда? Свали. Так, это чтобы все понимали, что такое контрабанду возить, вот, блядь. Пизда, и машины будет. Ну что, товарищ? А, так. В наручник. Да, блядь, сколько мне денег за него дадут? Сейчас у меня минус $120. Как это себе такая работа? Что? Преступник арестован, и меня только $50 дали? А могу его допросить? Преступник, который... Так. Вознаграждение $211. Что за нахуй? Отдай, товарищ. Давай сюда деньги, нахуй. Так, ладно. Заключенный 1 из 4. Здесь, короче... Инструмента, хуэнта. Всё, заходишь. Так, место кажется так, так, место так, так, угу. И придется расширять, понял. Всё, закрываем, а то, блин, надо сесть на перекур. Кстати, а кто теперь машину это самое того заберет? Чё? Чё показывает? Пизду. Чё там? Чё там? Так, с одной разобрались. Теперь елик и 9520. Так. А как мне теперь это убрать ее? Не понял.
А, еще контрабанда, ебать, копать. Здесь надо каждое сиденье, сука, проверять. А, подожди, там надо сейчас все сдать. А, нет. Так, проверьте склад. Давай проверим склад. А, инвентарь. Блять, нет, табак, пизду. Курить мало ли придется. Все? А ничего не происходит. А теперь уже сварить Питера Максимовым. Это он сбивать встали машину. Как мне убрать ножик? Шолек. Убери, убери эту дрянь. А, все, пизду. Тряпку разорвату. Блять, и слушай, уже интересно, можно здесь машину, блять. Пидорас, с Валерием, что ли? А Сауль-то, Сауль-то, еще раз, а Сауль? Так, топоры подойдут для твердых материалов, типа топливного бака. Возьмите все это на столе. Ну, я взял. Я что-то не взял? Вилы? Сено разгружать, если что. Да, сено ж может быть. Так, ориентировка у нас... 95-20 и элик. А, нет, не ты. Снего Дайнара! Бриска дише ветерка! Я-я-я, Адерман, подожди. 3-330. Блять, крыла нету. Так, выйди нахуй с машины. А, давай арестуем. Я могу взять его. Так. Пропша радо. Всем буду, это порядко. А чё вы нервничаете, сэр? 3-330. Ну, масса хорошая. Так, ау. Так. Паспорт автомобиля. Разрешение на въезд. А... Облисание. Сейчас. Это... А близ сани есть. Тип машины. Так. Зарк 53. Ну, это, наверное, ГАЗ 53. Все это, блядь, скорее всего, правильно. Максимальный вес. Все в допуске. Там 3,330, а здесь 5,750. Срок действия. 23 февраля. Сегодня что у нас? Блядь. Январь, февраль. Апрель, ебать, ты слушай. То ты, блядь, просрочил. Вот так можно? А, нет. Соответствие. Причина въезда. Работа. С чем проверить? Так не получилось. Дальше, что. Что мне там. Блять, не так. Значит, срок действия. А, 82-й, это 81-й год. Все хорошо, похуй. Номер паспорта. Соответствует. Соответствует. Ну и понятно, здесь тоже будет соответствовать. Я что-то проебал? Слушай, ну надо досмотреть, получается, машину. Как достать нож? Ай, я пробзаю! Все, ладно, хорошо, что ты начинаешь. Так, ну все, видимо, я тебя арестовать. А, подожди. Отставить. Отставить. Значит, у тебя дефекты по кузову. И у тебя, ну, порванное сиденье, короче. Дефект по кузову. Подожди-ка. Вул 91-13EL. Так, сука. Так, все правильно. Значит, дефект по кузову есть. Одно крыло. Так, двигатель есть. Пока ничего не... Колесо спущено. Как ты, сука, на спущенном ездишь, у тебя запаска есть.
Короче, дефект по кузову и спущенное колесо. Окей? Окей. Так, так. Спущена шина одна. И дефект по кузову один. Въезд разрешен, сука. Хорошего дайна! Ну, сиденье там, если что, заштопаешь. Там, блядь, китайцы сейчас так штопают сиденье, что ты даже не заметишь, что оно было порезано. Так, давайте мне мои деньги. Чё за хуйня такая? Срок действия. Топливный типовой бланк. Фото. Ой, блядь, сука, не хайся с меня этот. Минус 100. Не хайся с меня этот, блядь, пиздюк, как называется. Осмотрщик, ремонтник. Так, не вас приехал. 1290, по этой херне он проходит. Так, изначально съебали с машины, сэр. Аккуратнее дверь открывайте, а то, блядь, сейчас пойдете по 300 какой-то 19 или 318, не помню. Давай сюда. Арестовать тебя, может? Так, давай-ка на твой еблет посмотрим. Ты, это ты, так, понятно. Акаристан. Так, это хорошо, ладно. Номер паспорта. А как его проверить? Подожди, печати. Так. Прочая шина, хуина, блять, надо будет читать. Как печать проверить? Так, имя, срок действия, номер паспорта, печать. Так, это поле есть в паспорте, разрешение на въезд. Так, проверьте штамп в паспорте, он должен соответствовать с образцом печати, проведенных в должностных инструкциях. Пустим. Это тоже норм... Ладно, сойдет, все, если у тебя сейчас не будет таких грубых нарушений в машине... А, подожди, сколько там снаряженная масса? Тонн на 700, все, проходишь. Так, ну, если что, я тебя могу задержать, в принципе. А, подожди. 95-20. Ну, сука, повезло. Так, еще. УХ. Так. УХ. Си. Да? Си, это ж не замазано. Да. УХ Си 59-00 WL. УХ Си 59-00 WL. Все верно. Здесь по кузову у тебя. Блин, что за грязь нахуй? Нету заднего бампера. Как проверить, там же есть свет в салоне. Типа. Ну, в принципе, только нет заднего бампера, я тебя пропускаю. Пиздюк, я тебя пропускаю, задерживать не буду. Так, нет бампера, все. Не знаю, а я больше и ничего не увидел. Отлично! Ну что мне скажешь, давайте деньги. Деньги и, кстати, лайкосы тоже не забывайте ставить лайкосы. Ну? Нет. Ай-яй-яй. Сука, что вот это раз опыт. Нахер? Блять, сука, ну, блять, мне казалось, что если нет наводки, то типа обыскивать не надо. Ну ладно, хуй с ним, пизда. Вот в этот раз я знаю, что делать. Элик. Так, место скрытое на контрабанду. Ага, 95-20. Съебал с машины, сэр. Тонна 400. Так, спущена шина. Так, здесь ничего нет. Блять, ничего, сука, не прячешь? Так, сюда залезь. Так, а как мне ему... Ладно, хер с ним, сейчас проверим. Бензобак вручаю смотреть. Вот документы. Давай свои документы. А, давай. Угу. Значит... Пизду так, хуй с ним. Не вот так вот, а вот так вот.
Так, сели. Так, и... Так. Номер паспорта. Срок действия. Можешь вот так, блядь, сделать? Причина въезда. Торговля, блядь, торговля. Слушай, ты же, блядь, сейчас... Где-нибудь контрабанду будешь прятать, правильно же? Так. А как мне теперь смотреть топливный бак или что там? Оставьте меня в покое. Слушай, ну если я оставлю тебя в покое, блядь. Вот, обшивка будет что-нибудь. Такс, понятно. Должно же где-то что-то быть. Сука, должно где-то что-то быть. Так, а при чем здесь крыло? Так, не нашел ничего. По-любому где-то что-то спрятано. Блять, ну я... Так, сейчас. Ну, оказывается, блядь. Оказывается... А я что закроем? Ну, это чтобы посмотреть. Оказывается, слушай, ты чист. Все, езжай. На. Дефекты кузова. Разбито окно. Разрешен, блядь. Так, где мои деньги? Все, до свидания. Где мои деньги за, блядь, за то, что я спас очередной раз страну? Yes! Да, я заработал денег, заезжай. Sorry. 39.52. Выйдите с машины, будет досмотр. Ну, конечно, и документы. Давайте, передайте документы. Так, это что? Вернитесь в машину, нет, Лио, от садик сарашта. Так, я проведу, сэр, я сейчас буду проводить досмотр. А, да, давай. А что я не залажу? Схуяли. Ачтурва дураш. Да я проверяю, блядь, сука, машину, чё такое, чё такое? Так, здесь. Здесь нету, здесь нету. Так, а здесь? Так, в обшивках нету. Блядь, я чувствую, ты где-то везёшь, блядь, что-то. Так, сэр, блядь, помолчите, пожалуйста. Так. А, в крыльях же может быть. Точно. Так, здесь не будет. Сэр, вы мне мешаете. Сейчас, сядьте в машину. Как вам сказать, сесть в машину? А, вот. Вернитесь в машину, мне придется продолжить просмотр. Ой, просмотр, досмотр. Так. Штурва дураш. Ну, вроде бы все чисто. Можете не переживать, у вас пока что все чисто. Давайте. Сейчас, секунду. Мне надо проверить ваши документы, конечно. Так, смотрим. Елик. Елик, я... Ну-ка, там кто? Елик. Часть регистрационного номера 9520. Место скрытия контрабанды шины. Это в шинах надо смотреть контрабанду? Бачтур, а как присесть? Опачки! А это как вы объясните? Пиздать елик нахуй. Это что? Канистр со спиртом. Ой, блядь. Слушайте, да вас можно пожить. Это что? Пиздец. Он номер
Он, видимо, изменил номер. В каждой шине, блядь, в каждой шине. А теперь проверим номер, нахуй. Паспорт, ну а что, блядь? Ладно, хуйсим. Все, я вас просто возьму сейчас и жестко арестую. А чего его, слушай, подожди. Я его должен... выйти с машины. Может, надо когда с машины арестовать его? В наручники. Пора что, цыпка? Откуда у тебя, блядь, деньги туда, блядь? Деньги, спирт, хуир, блядь, в машине. Преступник арестован, заебись, я уже почти отыграл бабки. Ну как вам здесь, суки? Уютно? Так, отправить в трудовой лагерь. Невозможно перевести заключенного в трудовой лагерь, слишком далек. Ну и что? Блять, херово. Так, преступник, контрабандист, вознаграждение $244. Где мои $244 и $247? Я, блядь, не понимаю никогда. Чел, у тебя, блядь, на плюс 200 своим долларов не прибавил случайно? Такс. А то, блядь, придется здесь продавать все нахер. Если у него денег не прибавилось. Вот и как раз уже стала ночь. Сейчас скажем, чтоб вот этот замечательный товарищ полицейский избавился от машины. И все. И надо идти на квартиру. Ну, как они это называют. Результаты досмотра. Привезено контрабанды 4, найдено 4. Ну, слушай, рейтинг идеально. Бля, вот так такая мне работа нравится, когда половина жесткий косяков, половина нормально. Короче, половина работы хуёво очень. Очень хуёво. А половина нормально. Вот это заебись. Ну... это есть плохо, так не должно быть. Надо всегда работать очень хорошо. Ну, а на этом мы заканчиваем. Ой, блин, еще потихушки. На этом мы заканчиваем серию. Будем прощаться. Возможно, еще одну серию тут запишу. А если она понравится, ну, мне, она мне, в принципе, уже начинает нравиться, то ее придется будет купить, эту игру. Потому что это вроде бы только пролог, который бесплатно дался в Steam. Так что, до свидания, до следующих серий.